День России, вся страна в целом и Димитровград в частности отмечали с размахом. Одно из праздничных мероприятий в городе организовали спортсмены. Провели его на открытой площадке у НКЦ. Сегодня мы отмечаем и наш городской праздник, День города. 317 лет, как наш город живет и процветает. Я хочу вас поздравить с Днем России, с Днем города, пожелать вам успехов, здоровья. Спортсмены провели соревнования и выступили с показательной программой. В фестивале участвовали самбисты, кикбоксеры, ребята и девушки, которые занимаются ушу и карате. Занимайтесь спортом, потому что спорт развивает не только силу, он развивает и духовно, и нравственно. Порадовали горожан юные грации, воспитанницы заслуженного тренера России по художественной гимнастике Инны Пастбиной. А 13 числа в Димитровграде состоялся велопробег. Он был тоже посвящен Дню России. Участниками пробега были школьники, студенты и пожилые люди. У всех велосипедистов был единый маршрут. Спортсмены преодолели порядка 10 километров. Юлия Лаптева, Тараш Куренко. Наше время.